Ух, у меня сейчас такой прикол произошел. Стоял на регистрации, не поверили, что я это я. Но все, я уже в duty free. Ох, и подвижнячили вчера. Так сегодня и до Эмиратов недалеко. Безопасности тут явно очень повышенно относятся. Это хорошо. Ну все, первое приключение. Сейчас нужно будет сдавать еще тест на COVID-19, чисто по прилету. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, сейчас потопаем туда. Единственное, что приятно, платить ничего не надо. Вот, смотрите, как это все делается. Там работают люди. И вот в этих кабинках даешь паспорт, даешь посадочный талон. И что-то там будут делать, но непонятно что. Надеюсь, что не будут в нос засовывать глубоко. Или в рот, или палец как-то проверят. Но это стандартная такая процедура. Все-таки в Дубай прилетели. Помню, да? Вот они, ребята. From Kazan, да. VIP people, да. Бизнес-класс, бизнес-класс. Самое главное, что ты не сказал очень плохое слово. Ну все, наконец-то выбрались из аэропорта. Боже, жара, наверное, плюс 50, а то и 60. Просто нереально. А я еще в штанах, переодеться не успел. Вот найду какой-нибудь водоем, сразу же прыгну, потому что очень жарко. Во, встретили блогера. Сфотали. Вот наш трансфер. Здрасте. Вот наш трансфер. Передаем за маршрутку. Не, нормально, нормально. А ты что, не едешь? Ух ты, смотрите, что сейчас будет, а? А, не, не будет. Давай. Open the door, please. Yes. Давай, садись сюда. Ой. Они-то вообще на крутых, слышишь, они-то вообще на крутых уехали, смотри. Ну вообще. Вон они, вон на таких все поехали, блин. Ну вообще, ну лакшери, ну лакшери. Они все поехали на мерсах. Воу. А мы на Мерседесе Сплинтере поехали. Что, один в белый залезли, один в этот зашли. Ой, да ладно, господи, самое главное, едешь, все, в отель. Какая разница, ой, когда ты на виллу едешь? Да, какая разница? Не успели заселиться, сразу фотографироваться, а? Что происходит? Так, ладно, не будем мешать творческому процессу. Ну, по тачкам уже понятно, что тут, да, уровень. Хороший отель. Все, криптомиллионеры все приехали, а? Пора заселяться. Криптобароны, да. Вот они, ну все, все, все собрались, а? Давайте нам лучшие номера, президентские люксы. Ну, конечно же, я с юмором, потому что, блин, после перелета самое главное заселиться и просто кайфануть. Остальное вообще не интересует. Поспать, восстановиться, и будет топ. Круче, чем фотошоп. Ну что, смотрим виллу. Всем здрасте, опачки. Да ладно. Вот это жара. Да, ребята, первый раз в Дубае. Не мне вопрос. Урса! Да, да. Сейчас, сейчас, подожди, снимаю. Попробуй через рот. Сейчас попробую, сейчас все съем. Thank you.
Я желаю каждому из вас хотя бы один раз побывать в Объединенных Арабских Эмиратах и обязательно посетить Дубай. Но это реально того стоит. Вот не зря работал, реально, не зря. Ребята отдыхают. Но тут, конечно, да, такой еще цветник. Сейчас вам покажу, как люди радуются за то, что биткоин растет. Вот, смотрите. О, боже ты мой. Знаете, так как это апарты, да, я, наверное, прямо здесь буду спать, реально, перед телевизором. Кухня рядом, все рядом. И вот такой вот вид из окна. Ну, топово, правда же? Ой, хорошо. В общем, заселились. Дубай, здравствуй. Находясь здесь, на 59 этаже, понимаешь, что Дубай не спит. И никто в этом городе особо не спит. Ветра практически нет. Жара плюс 35. К сожалению, телефон не показывает вам всей красоты. Но поверьте, очень красиво. Сложно подобрать какие-то слова, когда ты видишь beautiful swimming pool, very good apartments. Ну, правда, сложно. Посмотрим, как все это будет выглядеть в свете дня, но вечером, ночью. Это просто прекрасно. Реально крутой уровень, к которому нужно стремиться. И это не бахвальство. Каждый из вас достоин лучшей жизни, поверьте мне. Ну что, начинаем дискотеку. О, молодец. Уже поломали, да? Ну все, все, Казань пошла. Время реально 4 утра. Никого. Давайте я вам покажу, как выглядит ночной Дубай. А выглядит он вот так. С высоты 59 этажа. Вообще пофиг, что меня не видно. Самое главное, видно это чудо. Экономическое и урбанистическое чудо. Сейчас покажу вам свой номер. Как раз иду спать в 5 утра. Так. Ну, это, собственно, уборная. И вот такая ванна. Дальше. Маленькое рабочее пространство. Шкаф. Ну, все как надо, в общем, все принадлежности. И, ну, про кондиционер я молчу. У меня еще есть вот такой балкон. Ну, шикардос, да? И очень шумные соседи на другой вилле. Ну, что ж поделаешь. Люди кайфуют. Благодаря чему я оказался в Дубае? Благодаря вот этой книге. Как монетизировать блог. Не зря качал Инстаграм, качал Ютуб и качал криптовалюту. Так, проверим звук. Как звук? Меня вообще видно, слышно. Всем доброго дня. Так, алло, алло. Видно, слышно, не видно, не слышно. Вы не поверите, но телефон перегрелся настолько, что камера отказывалась снимать. Так что, извините, придется доснимать вот так. Смотрите, какая красота. Просто насладитесь этим видом, а я пока что пойду охлажусь, схожу в какой-нибудь холодный бассейн. Потому что плюс 50 это очень тяжело. Но надеюсь, что вы все-таки поставите лайк этому видео и будете верить в биткоин так же, как и я. Вам добра.
Вот, кстати, известный криптоблогер. О, даже в Дубае узнают. Приветствую, приветствую. Очень приятно, что смотрите меня. Спасибо. Ты видео делаешь или фото? Видео. Привет, Дмитрий. Как та фамилия? Дмитрий Поршнягин. Я не знаю. Ну вот это я понимаю место. Все, ребята уже начали отдыхать. Крипто-сетевики. Красота. Посылаю всем лучи добра, тепла, красоты, здоровья, благополучия. Чтобы все у вас всегда было хорошо. Ребят, я предупреждаю, видео немножко снимаю, поэтому я сейчас, когда выключу, можно попиздеть. Это не это просто? Это финик. Так, финик от дороги. Зацените Паршагу, Ничего не хочу сказать, но здесь даже водители в роликсах. Ребята захотели поесть. Ну где поесть-то? Конечно, в самом лучшем ресторане. И Москвы, и Дубай. Макдак. Все наши малышки на сафари. О, ребята. Топовые мастера камеры. Баги, квадрики. Все отфигачили. Ну все, мы готовы. Знаешь что, ты бы лучше пристегнул. Да, конечно. Что... Ну конечно пристегнул. Да. Осторожнее здесь, да. Осторожнее. Очень сложно. Если не знать эти места, то тачку можно убить быстро. Ой, сейчас осторожней. Ой-ой-ой. Вот сейчас будет жопа. О! Офигеть вообще! О май гад. А вы думали, что, просто котлы и роликс? О, держитесь. Я не знаю, что тут у вас под контролем. I wanna make a banana. We need to leave the banana.
на-на-на-на-на. Красиво сейчас все сделала. Успел, фух, специально ради вас. Успели подняться, красота, сейчас будет просто beautiful. Смотрите, кайфуйте, радуйтесь, радуйтесь своей жизни. В Дубае я во второй раз, на сафари я первый раз. Очень круто, реально насыщенная программа. Поймали даже закат, правда уже плохо видно, но поверьте, это было грандиозно. Фух, очки уже, наверное, можно снять. Жарень неописуемая. Хорошо, что я надел арабскую традиционную мужскую одежду. Очень хорошо продувается. Но, как вы видите, по моему головному убору. Ну, восточная сказка, что еще скажешь? Здорово, замечательно, мне нравится. Сейчас надо будет сфотаться. Конечно же, впечатлений масса, их очень много. Особенно, когда ты по дюнам, по песку, туда-сюда, туда-сюда. Но топовая история. И никакой монтаж, даже мой, не покажет вам всей красоты. Здесь нужно быть, здесь нужно находиться. Поэтому кайфуем от крипто-сетевого бизнеса, зарабатываем, учим других людей зарабатывать, и тогда у вас все будет хорошо. Во всяком случае, вы сможете повысить свой шанс на выживаемость. Потому что то, что дают банки 5% годовых, это что такое? Это, фу, это плевок в лицо. А чтобы не было такого плевка, надо зарабатывать там, где действительно у нас начинается очень хорошая процентная ставка. Потому что лучше рискнуть и заработать там. Поэтому запомните, бездействие приведет к краху, но рискнув, разбогатеете. Я серьезно, пока вы сомневаетесь, кто-то зарабатывает огромные деньги на крипте. Но тот, кто рискнул, имеет больше шансов для того, чтобы поднять больше. Это правда жизни. Кто не рискует, тот с дырой в кармане. А здесь у нас будет ужин и шоу. Ну, вот такой вот ужин после сафари. И места в первом ряду. Сейчас начнут танцевать национальные танцы. Вот она, команда профессионалов отдыхает. На выходе будет сочный контент. Лепешка топ. Набрал, конечно, от души. Как буду все есть, не знаю. Нет, thank you so much. Only cola. А как иначе? Не предложишь, ревку не получишь, да? Сейчас кое-что покажу. Смотрим. Типа у нас тут гонки. Крази. Такси падаю назад. Шеф меня увези туда, где я буду рад. В переулке на Старый Арбат. В ту хату, где идет снегопад. Но это может быть только в Дубае. Только здесь. Все кайфуют здесь, кайфуют. Давай, давай!
людьми. А сейчас маленькая информация для тех, кто хочет очень хорошо отдохнуть и кайфануть. Компания Corona Travel занимается индивидуальным подбором отдыха и вашим кайфом, вашим здоровьем, вашим настроением в других странах мира с 2006 года. И так уж вышло, что, воспользовавшись услугами этой компании, я кайфанул. Вот правда. И до сих пор кайфую, ну как видите, да? Нахожусь в Дубае, сменил два отеля, и мне понравилось. Поэтому для вас, для моих дорогих зрителей, подписчиков и всех, кто смотрит мой YouTube-канал Захаркин Лайф, подписан на мой Instagram Захаркин Руслан, кто в целом следит за моей жизнью, следит за тем, что я делаю, за моей деятельностью, я занимаюсь цифровыми финансовыми активами, и кто хочет очень хорошо отдохнуть, причем на индивидуальных условиях, на очень интересных условиях, по промокоду Захаркин вы получите хорошие бонусы, хорошие скидки на заселение в топовых отелях Дубай и в целом в Объединенных Арабских Эмиратах. Например, вы можете получить очень крутые условия на заселение в таком отеле, как Emerald Palace Кимпинский Дубай. Я буду работать, потому что у меня очень много именно вечерней работы, связанной с документацией. Топовая интересная история, которая расположена на Пальм-Джумейра. Это не бахвальство, это не какой-то самопиар, это действительно хорошие условия для моих подписчиков. Откуда они взялись? Все просто. Мне удалось построить хорошие долгосрочные отношения с этой компанией. Они видят, что я люблю своих подписчиков. Они видят, что я действительно искренне снимаю свои travel-блоги. И если они видят от меня взаимность, если они видят то, что людям действительно надоело сидеть дома из-за этого коронавируса и так далее, и так далее, и кто-то хочет отдохнуть очень хорошо от души, то люди просто идут навстречу и все. Поэтому вам индивидуальные бонусы, а мне лишний лайк на это видео. Так что, кого заинтересует, ссылочка на Corona Travel, конечно же, в описании. Индивидуальные условия – это то, к чему нужно стремиться на протяжении всей своей жизни и постоянно повышать свою планку на хороший отдых. Вам добра и продолжаем просмотр. Надо мной вот этот нимб какой-то, да, посмотрите. Очень, кстати, интересная, колоритная история. Ой, это такая классная подставка. Бляха-муха, я чуть все не упал. Вот этот называется breakfast. Стоит примерно 1700 рублей. Что в него входит? Значит, вафелька, хлебушек, сыр. Маракуйю всю забрали, спасибо большое. Спасибо, спасибо. И вот так вот яйцо. В целом вкусно, замечательно. Но всегда и везде, да и дорого. Но всегда и везде нужно ходить с масочкой. И снимать ее только, когда вы употребляете еду натурально в ваши животики. Вот. Значит, сегодня меня охраняют вот люди. Да, смотрите. Вот они, да. Представители города республики Татарстан. Правильно? И сэндвичес. И в целом ресторан выглядит вот так. По системе а-ля карт или по системе шведского стола. Но здесь не знаю, что такое шведский стол. Так что всем добра, тепла. А мы за поглощение пищи. Захаркин, привет! Как ты? Бро, все шикарно, я думаю. Ну да. Ну что, открывай, показывай. Пожалуйста. Как дома. О, да. Да тут даже и на пассажирском вообще офигенно. Потому что у меня в любом случае driver license нет. Но думаю, что ты сегодня нам мастер-класс покажешь, как надо водить. Дрифтанешь. В нем 560, что ли, или 600 сил, это пиздец вообще. Ну да, не, ну топовая история, да. Идем по пустыне в магазин. По пустыне. Не говори, реально. Фух, плюс 50, наверное, не меньше. Вот он, наш красавчик отель. Офигеть, и там наверху наш пентхаус. Жесть. Какой же он огромный. А сейчас надо взять водички. Самое главное,
хорошее настроение. Люди и местные, где мы находимся. Вообще пофиг, что возможно меня не будет слышно. Но это топовое место. Ветерок тут, конечно, сильный, я даже не знаю, слышно меня или нет, но зацените, какой тут цветник. Офигеть просто, офигеть. И фишка в том, что я вообще не расстроен, я пассажир, у меня нет driver license, но поверьте мне, это топовая история. Вот если вы будете в Дубай, не поскупитесь, возьмите себе машину, кайфаните, прокатитесь. Просто офигенно, реально, просто офигенно. Жара плюс 50. Чисто поехали покататься. Сейчас поедем в даунтаун. Но вот спасибо криптовалюте, спасибо людям, которые рядом, спасибо нетворкингу. Благодаря этой сфере деятельности есть возможность посещать мир даже в ковиде. Самое главное – безопасность и средства индивидуальной защиты. Вам добра. Поведай нам, пожалуйста, сколько стоит эта машина, какая у нее марка? Rolls-Royce Cullen в пределах 40-50 миллионов, наверное, в зависимости от комплектации. Но это аппарат просто. Лучше, наверное, не бывает. Вот такая тачка. Вот так, ребята, инвестируйте правильно, двигайтесь. Криптобизнес – самый лучший бизнес. Это будущее. Сказал топ-барбер, топ-инвестор и топ-криптосетевик, да, топ-лидер, вот так вот, бомбим. Команда настоящих профессионалов. Конечно, такая малышка нормально, нормально жрет. Загружаем 98-й супер. Крутой машине, крутой бензин. Кстати, бензин намного дешевле здесь, чем даже в некоторых магазинах вода или ее аналог. Ну, машина огонь, реально, просто огонь. И акустика, и эргономика, и плавный вход, и все, и даже заднице приятно, когда едешь. Ну, про дороги я вообще молчу, это же Дубай. Вот. Салон, конечно, топовый, реально топовый. 48 лямов стоит. 48. Я, конечно, ни в коем случае не хвалюсь. Понты не гну, потому что мне это неинтересно. Но вот чтобы иметь такую машину за 48 миллионов рублей, определенно надо хорошо повкалывать, правильно? А потом уже ехать. Поэтому как потопаем, так полопаем. Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Сегодня я вам расскажу про такую компанию, как Effluence Network, как на это можно заработать, и отвечу, наверное, на самые популярные вопросы, в том числе, откуда там берется пассив. Два с половиной года назад был уже, видел. Вот они, крылья. Он, ну, как обычно, все фотографируются. Да, здрасте, добрый день. Ух ты, боже ты мой. Да, не хуже, чем Нью-Йорк. Вот она, красотка. Бурдж-Халифа, 829 метров, если считать еще шпиль. Был вынужден сменить транспорт. Ну что же. Салон, конечно, топовый, да? Вообще оранжевый салон. Сколько такая машина стоит? Лямов, я не знаю, сколько, 7, наверное, стоит он.
Что-то я спустился, знаешь, как биток спустился. С 48 лямов на 7, блядь. Да, нормально. Ну да ладно. Нет, что, он 48 стоит, да? 48, да. Если я это продешевился. Да. Вы просто скажите, где они говорят, мы сейчас такси найдем, говорит, быстренько приедем. Говорит, нужно сделать или пускай сидят уже? Маленький кальян. Нету, нету, да вот. Вы можете скинуть его на телеграм? Спасибо. Спускайтесь, вы сказали, все здесь. Вовремя приходите, вовремя. Рафаэль, все остались там? Еще кто-то, не знаю. И все из-за тебя. Из-за тебя все. Наконец-то долгожданная встреча с президентом компании Effluence Network, с Борисом. Стараюсь, может быть, записать какое-нибудь интервью, поговорить, пообщаться. Думаю, что будет очень даже интересно. Неплохо, неплохо. Это яхточка. Топовая история, да? И это все для нас. Неплохо нынче крипто сетевой приносит, да? Ну что? Да, круто, круто, тут даже уже есть. Вот все пришли, все. Ну что, двигаем, двигаем? Конечно. Крипто-сетевой. Полным ходом, да. Яхту, она у нас называется Effluence Bitcoin. Блин, она просто огромная, реально огромная, на 20 человек она нереально огромная. Опа, все уже здесь. О, здравствуйте. Топ, скоро отходим. Отходим от берега. Ребята, девчата, я не знаю, почему вы еще криптой не занимаетесь, но, блин, вы упускаете, вот, например, такие возможности. А возможности, они вот здесь, под ногами, реально. В прямом смысле этого слова, под ногами. Вам стоит только одно сделать. Написать мне в личку, и дальше мы уже с вами обо всем договоримся. И мне пофиг, что я не танцор диска, просто действительно хорошее настроение. Вот эта штука будет стоить очень дорого, минимум 100 тысяч долларов. Вот они, ребята. Крупные криптосетевые лидеры со всего мира, со всего света. Вот они. Те, кто поверили в криптовалюту, кто поверил в биткоин, кто поверил в криптосетевой. Топовые, просто топовые ребята, девчата. Вот они все. И одна бесстрашная, как в Титанике. По-моему, бесстрашная, безбашенная. Кейт Уинслет. Это Кейт Уинслет. Знаешь, что надо? Вот на вот это колесо обозрения. Хорошая идея, да. Ну, конечно. Когда ты видишь такую красоту, правда же? Вообще пофигу на ветер. И какой ветер, то он кайфовый. Конечно, наконец-то. Не жарко мне в кофте, да. Вот они все, все, все. Давайте сейчас поприветствуем катерок.
Катушки по катушками, а ужин по расписанию. Идем просто идеально, проезжаем, это что у нас, Атлантис, движемся в сторону морпорта, ну и дальше домой. Подходит к концу, но бизнес-тревел-трип продолжается. Боже, как красиво! Как ты считаешь, красиво? Ой, ты знаешь, как красиво вообще, я прям вообще супер. Ну, отлично. Осталось Бурдж-Халифа, да? О, это уже апарты. О, нашел такси. Господа, подбросите до отеля, да? Хорошо. Сейчас поедем, на МКАД. На МКАД. Она может от 200 идти. Поэтому мы сделали такой, как был 100 в начале, правильно? И можно будет уже покупать через... Да, и все, что тыкается и свободно для вывода, можно заходить. Мы сделаем из факсиста. А сейчас полезный лайфхак для тех, кто подвергается атаке хейтеров и негативщиков. Особенно, кто просто пишет необоснованные какие-то истории. Вот кто-то мне написал, допустим, когда уже наиграешься? Ну, слушайте, для кого игры, а для кого жизнь? Мы так живем. Поэтому я так и написал. Вот посмотрите. Вот мы так живем. Вот реально, мы так живем. И это было заявлено еще изначально. Смысл какой? Кому-то писать негатив, гадости, подписываться на тех, кто вам не интересен, лишь бы для того, чтобы как-то его шпынять. Какой в этом смысл? Лучше не тратьте свою жизненную энергию на тех, кто вам не интересен. Тратьте ее на свое саморазвитие. А теперь говорю тем, кто подвергается такому хейту. Потому что я тоже подвергался. Раньше я как-то заморачивался, сейчас вообще не заморачиваюсь. Знаете почему? Потому что нет времени на негатив, есть время только на позитив. Поэтому всем желаю добра, максимальных возможностей при минимальных рисках. Если кого-то там расстроил или еще что-то, ну, пожалуйста, зла не держите, потому что мир-то большой, el mundo es grande. Но вполне возможно, что мы в этом мире с вами встретимся. Вот в чем фишка. Поэтому живем дружно, кайфуем дружно. Если кого-то что-то не устраивает, меняем свое окружение, меняем свое отношение к жизни, но не ищем виноватых там, где их нет. Это важный момент. Как только вы до этого догоните, у вас кардинально изменится жизнь, и изменится жизнь в лучшую сторону. Даю гарантию. Ну что, Бурдж-Халифа, встречай, встречай. Что, приехали к Армани отелю? А что у нас такое Армани отель? Ну, конечно же, это всеми любимая Бурдж-Халифа. Самое высокое здание в мире на момент записи этого видео. Давайте поднимемся, посмотрим, как там в ресторане атмосфера на 123 этаже. Let's go! Как бы сказал Никола Микс, для кого игры, а для кого жизнь? Но тут в Армани Хотел, конечно, очень гламурные маски, черные, под стать заведению.
Ох, очень красиво, конечно, очень красиво. Но есть ковидные ограничения, и в лифт очень много людей зайти сразу не может. О! Едем, да? Четыре человека, только четыре человека. Подъезжаете к главному входу, отдаете паркингу, ну, чтобы они вам припарковали машину. Они вам дадут типа визиточки. Ждем уже полчаса. За минуту. Это круто, это топ. Круче, чем Photoshop. Йоу. Ну, здравствуй, атмосфера. Здравствуй. Что, ребята, идем, ребята. Нас уже ждут. Друзья, 123 этаж. Good evening. Ну что, вот она, атмосфера. Сикси, конечно, в Москве классный. Но, боже мой. Да, это топ. Hello. А вот и наша лаунж-зона. Ну что, крипто-сетевики начали отдыхать? О май гад. Вот это да. Ну что, вы готовы посмотреть вид из окна? Если готовы, не падайте. Нормально, нормально. Ну кому? Вот кому это нужно? Господи, ну ладно. Вау. Алмаз, впечатление. Ну слушай, это топ. Круче, чем Photoshop, да? Да. Добрейший. Давайте. Хоп-хоп-хоп. Проходите, пожалуйста. Вот, смотрите, топ. Добрый вечер. И это не алкашка какая-то, а Red Bull. Реально окрыляет. Ох, окрыляет, смотрите, как высоко. И это мы только начали. Вы думаете, что это лаунж-зона? Нет. Это всего лишь туалет Бурдж-Халифа в ресторане «Атмосфера». Пипец часам. На 123 этаже. Неплохо. Вообще неплохо. Поговорим на криптотематику. Многие из вас думают, что криптовалюта — это лохотрон, это что-то вот из МММ, привет Лене Голубкову, но это не так. На самом деле криптовалюта — это новые деньги, и мы сейчас находимся в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Дубай, хотел сказать, город-герой Дубай. Почему город-герой? Потому что здесь произошло экономическое чудо. В пустыне выросла отличная мегаполисная площадка, и сейчас здесь делаются огромные деньги. Это мировой финансовый и криптовалютный центр. Вполне возможно, что здесь в относительно скором времени будет полностью легализована криптовалюта и как минимум биткоины. Почему? Потому что здесь шейхи и вот этот вот крупный бизнес, они все понимают, они все осознают и не хотят противиться научно-техническому прогрессу. Я уверен, что в скором времени здесь можно приехать в Бурдж-Халифа или еще куда-нибудь там, и просто оплатить любой товар или услугу биткоином. Пока что, конечно же, сделать это нельзя. Здесь основная денежная единица – дирхам, без проблем. Иногда принимают доллары, но втихушку. Вполне возможно, что втихушку принимают и криптовалюты, но если мы посмотрим на последние новости политические, президент Сальвадора, 39-летний президент, кстати, по фамилии Букеле, сеньор Букеле, хочет легализовать через федеральное собрание как раз своей страны биткоин. Дальше пошла Танзания, это остров Занзибар, как раз в том числе остров Занзибар. Далее Панама, и у нас вот, например, вот в Российской Федерации, да, я очень ярый сторонник... Через 2 километра, да, надо повернуть направо, да, вот направо, правый путь. Так вот, я вот такой вот яркий сторонник легализации биткоина, легализации криптовалют, и я уверен, что все будет хорошо, поэтому вам
прямое включение из Дубая. На связи Руслан Захаркин. И, конечно же, подписывайтесь на этот замечательный канал. Здесь есть очень интересные спикеры, в том числе из цифрового мира. Вам добра. Через 300 метров держитесь левее. Сюда, сюда. О, полиция, полиция. Да, наших остановили, все пиздец. Черт. Ну да. А, это этот, блядь. Кто, кто, кто? Максим, короче. Они поменялись все-таки машинами. Да какая разница, сейчас штраф паяют, это была целая погоня. Короче, дорогие друзья, дорогие коллеги, всегда лучше соблюдать скоростной режим. Тише едешь, дальше будешь. Потому что это Дубай, правильно? Держитесь. Да, мы законопослушные граждане. Слава богу, Рашид, я с тобой сел. Так, это... А, да, мы сюда, все правильно, да, едем. Видите, как по навигатору надо ехать. Вот он, наш красавчик отель, смотрите. И нам сейчас на 59 этаж, там у нас вилла. Этот вид будет мне еще долго мерещиться. Значит, этот вид нужно приблизить к реальной действительности. Господи, Дубай, ты реально прекрасен. Вот, недавно встал. И сплю я не так много. По двум причинам. Во-первых, я на самом деле не хочу много спать. И вторая причина. Я хочу много успеть. Когда есть четкий тайм-менеджмент. Четкий тайм-менеджмент. Ты живешь вроде бы по будильнику, но вроде бы не по будильнику, потому что тебе в кайф. У тебя приятная сфера деятельности, которой можно заниматься. Ты кайфуешь от того, что ты делаешь. Ну, например, я, да, видите, биткоин. Вот я занимаюсь цифровой экономикой. И меня она полностью устраивает. Мне действительно нравится криптовалюта, нравится криптосетевой бизнес, нравится писать книги, нравится вести свой авторский курс «Крипта с нуля» с Русланом Захаркиным. И я на своем месте. Я делаю то, что действительно нужно. Я делаю то, что действительно мне необходимо, и то, что нужно этому миру. И когда я осознал свои нужности и важность для этого мира, я начал понимать простую вещь. Я не могу себе позволить, просто не могу себе позволить спать дофига, заниматься какой-то фигней. Я должен всегда быть на фокусе. И этот фокус привел меня вот сюда, в Дубай, в один из самых безопасных, один из самых богатых, а может быть и самый богатый город мира. Вот так вот все просто. И моя сфера деятельности дает мне теперь возможность вот так вот сорваться куда угодно. Вот в такие вот топовые места со своим собственным бассейном, с панорамным видом, с офигенной компанией, да, с нетворкингом, с криптовалютой. В общем, такие вот дела. Дорогие друзья, дорогие коллеги, если у вас будет четкий тайм-менеджмент, если будете знать, чего хотите от этой жизни, ваши дела обязательно пойдут в гору. Обязательно. Я в этом убежден. Я вообще уверен на 99,9%. А вот эта вот доля процента, доля сомнения, это уже может быть небольшое сомнение в вас. Нужно вам это или нет? Вот мне нужно. Я бомблю, и сегодня я в Дубае, да? Завтра могу быть в каком-то другом месте, до которого можно долететь. Я же все понимаю прекрасно, да? Должна же быть адекватность. Мало ли там ковид или еще что-то не летает. В общем, много есть ограничений. Но даже многие эти ограничения, реально многие, может быть, не все, но многие, можно обойти. Вот оно, доброе утро, смотрите. Выбираем еду. На самом деле, съел бы все, но должна быть адекватность. Возьму немножко фруктов, возьму немножко мучного и уже заказал латте. Но очень вкусно все, очень вкусно, сложно, конечно, соблазну не поддаться, но, слава богу, животик не растет. Вот такая вот регистрация в Дубай, смотрите. А что вы делаете? Потому что ты с любовью ко мне подошел, да? А ко мне, значит, без, да? Да-да-да. И к себе без, да? Не, ну реально разбирается человек. Вот так вот регистрация идет, потом чемоданчик вот сюда. Он куда-то туда улетает, ну и дай бог, чтобы все было хорошо. Но приходится подождать. Ремов надо забрать, может быть, уже все? Вот он говорит, что что-то не то говорит. Опа! Continue. Немного про аэропорт Дубая и конкретно про терминал 3. Замечательное место, колоритное. Здесь нет по факту сотрудников, которые вас регистрируют. Все в автоматизированном режиме, через компьютер. Нужно владеть английским языком хотя бы на понятийном уровне, отсканировать свой паспорт, взять посадочный талон, взять бирку, если вы сдаете багаж. В общем, такая очень интересная, быстрая, четкая история. Но самое главное, разобраться надо.
Далее, конечно же, везде нужно надевать маску, везде нужно проходить самые разные виды контроля. И вот сейчас я вам покажу конкретно, как выглядят здесь лифты. Смотрите, вот это большой лифт, да? Однокомнатная квартира в России. Однокомнатная квартира, да, вот как раз тоже люди из России. Чуть-чуть можешь, пожалуйста, выключить? 120 человек. В общем, тут дискотека, просто дискотека. 9000 килограмм, да, вот смотрите, лифт на 9000 килограмм. Так что такие вот дела. Так, нужно держать социальную дистанцию. Вот, собственно, такие дела. Сейчас мы идем на посадку. Ну, чуть-чуть выключи, пожалуйста, потише это. Мы снимаем для СМИ. Для СМИ мы снимаем видео, да? Вот, выход на посадочку. Смотрите. Так. Ну все. В общем, стандартная история. Duty free, пожалуйста, да. Самые разные товары. Вот здесь у нас. Так, это у нас table, information table, машины. Везде безопасность. Все в масках, абсолютно все. Значит, в аэропорту города Дубай можно расплачиваться дирхамами. Вот, в некоторых местах принимают доллары, принимают евро. Так что, в принципе, какого-то барьера именно валютного не будет. То же самое не будет какого-то языкового барьера, потому что в целом, здесь очень много русскоязычного населения, здесь очень много русскоязычных сотрудников, и вы не потеряетесь. Поэтому вот наша компания как раз, компания, да, русскоязычного населения, которая приехала сегодня в Дубай, мы здесь, собственно, не испытывали каких-либо проблем, хотя, ну, наше знание английского языка остается на крайне низком уровне, но в этом наша проблема. Здесь нужно, самое главное, образовываться. Поэтому мы сходим в кафе, сходим, может быть, в какие-то магазины, и далее уже будем думать, что делать дальше. Выход на посадочку у нас за 45 минут, и в 16:15 рейс идет уже, значит, Дубай, Домодедово, Москва. Всем желаю хорошего дня, на связи был Руслан Захаркин, и подписываемся на этот канал. После паспортного контроля, после всех видов контроля, так, смотрите, как красиво, это у нас уже duty free пошло, местный Ашан, местная Рублевка, парфюмерия. О, давайте в парфюмерию зайдем, а? Давайте напшикаемся. Hello, sir. Yes. Hello. We are beauty bloggers from Russia. Beauty bloggers. Единственный в России бьюти-блогер натурал. Вот так вот. Ладненько, давайте мы посмотрим. Посмотрим Джорджо Армани. Или что мы посмотрим? Так, а что у меня мама хотела? Что у меня хотела мама? И еще Роман Спектр, инспектор красоты, что-то заказывал. Но, Ромочка, дорогой, здесь нет того парфюма, который ты заказывал. Ой, да ладно, это Зиндая, смотрите, офигеть. Но она, кстати, приятной наружности. Так, тоналочка, все дела. Очень красиво, конечно, красиво, дорого, богато. Есть абсолютно все. И важный момент. Ценник в целом очень даже адекватный. Выбрали нормальные духи из пробников, но их нету. Вот где вот? Вот где духи? Объясни нет, мне. Наличия нет. Ну как понять, нет наличия? Деньги есть, духов нет. Духи есть, денег нет. Ну как вот так вот жить? Вообще непонятно. О, надо взять либры и вообще мозг себе не делать. Даже улететь нормально не можем. Да, позвони, отчитайся. Как будто иду по луже в лучшие годы. Целый город. Даже вон, клюшки для гольфа есть. Ну как вот так вот? Живут же люди вообще. Нормально. Все есть, абсолютно все. Приехал без чемодана, уехал с полным чемоданом. Игрушки, подушки, деньги поменять, посмотреть, куда лететь, помойка, бесплатные туалеты. Макдак, вы можете себе представить? Тут даже Макдак есть. Просто все, хард-рок кафе, знаменитое хард-рок кафе, то, чего нам всем не хватает, это прямо топовая история, абсолютно топовая история. О да, то, что я люблю, лучшая реклама Макдональдса в жизни. Это поле для гольфа, смотрите, можно вот так вот посидеть, покайфовать. И еще одна защита от ковида,
Вот в наших аэропортах такого нет. В наших, я имею в виду, во Внуково, в Домодедово, в Шереметьево. Здесь, везде, да, ну, помимо наклеек, вот такая вот штука, бирка, да? То есть ты присел, допустим, да, опа, вот так. И все нормально, видите? Если кто-то на тебя там кашлянет или еще что-то, никаких проблем не будет. Очень здорово, вот это мне нравится, действительно. Думают о людях. Но есть места, где такого нет. То есть не весь аэропорт, конечно, так обработан, но в целом, смотрите, здесь даже лежаки есть. То есть можно отдохнуть. Вы спокойно ложитесь вот так, да? Ну, сейчас показываю. Опа! И все. И как будто вы, допустим, Пальм Джумейра вообще не покидали. Кайфуете, отдыхаете, смотрите, как это все происходит. Отдохнули, встали, пошли дальше. Мест здесь много, очень много мест. Очень прям много. Ну, собственно, на самом деле, мне нужно совершенно к другим выходам. У меня сейчас B17 Emirates. Мне нужно туда. Здесь есть мечеть, можно помолиться, туалеты и игровая комната. Вот, пожалуйста, кто с детьми, может тоже приезжать и никакого дискомфорта не испытывать. Nutella, H&M магазины. Как я уже говорил, поле для гольфа, так, люля-кебаб, кухни всех стран мира, ну, целый город, да? Ну и, конечно же, information table, там второй этаж, реклама сигарет, реклама алкогольных напитков, но это duty free, здесь такое возможно. В общем, вкусно. Вот, currency exchange, но когда-нибудь здесь будет cryptocurrency exchange, вот этот мы очень ждем. А так, в целом, да, евро, доллары, Great Britain pounds и AED, это у нас дирхамы. Это дирхамы. В общем, заблудиться невозможно, просто невозможно. Это нереально. К тому же, когда мы слышим русскоязычную речь, это прекрасно. Ну, опять-таки, все дороги ведут в Макдак. Нахожусь сейчас в международном аэропорту города Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Только что прошел Hard Rock Cafe, вот за моей спиной. Где-то посидел, где-то что-то купил, парфюм взял, да, для матери, для себя что-то взял. И теперь вопрос, как я все это беру, если у меня вообще нала не было? Ну, на самом деле нал был, но в долларах, я даже дирхамы не стал менять. Дирхам — это местная валюта здесь, Объединенных Арабских Эмиратов. И на момент записи видео один дирхам — это у нас примерно $20. Так вот, смотрите, какая ситуация. Вот вы спрашиваете, как тогда покупать? Ответ прост. Безусловно, есть там Google, там Pay, Apple Pay, вот всякие разные, смотрите. Вот это называется, так, что написано, Currency Exchange, а я хотел сказать Cryptocurrency Exchange. Но пока что, к сожалению, в Дубае нет Cryptocurrency Exchange, поэтому ничего вы здесь обналичить не сможете. Но есть вот такая вот возможность, как криптокарта To The Moon от ТТМ банка. Мы сможем спокойненько что-то купить, что-то продать. Там можно в 5 криптовалютах все это пополнять. Биткоин, эфириум, USDT на разных как раз блокчейнах, включая и TRC-20. Дальше BNB и криптовалюта Tron сама по себе. И вы можете спокойненько вот эти 5 видов криптовалют туда запихнуть. Они мгновенно по курсу, значит, биржи сконвертируются. Ну, там чуть-чуть курс будет невыгодный для нас, но в целом для обнала это более чем, ну, реально сойдет. Так вот, мы вот это все быстренько скорректируем. У вас на карте будут евро. Что дальше будете делать? Допустим, вы находитесь в Объединенных Арабских Эмиратах. Приходите куда угодно, там в ресторан или еще что-то. Вы прикладываете свою криптокарту. Криптокарту To The Moon, как раз, если у вас ее еще нет, ссылочка будет на нее в описании. Вы прикладываете карту, происходит оплата, мгновенная кросс-конвертация. Что такое кросс-конвертация? Если у вас карта евровая и вы платите евро, допустим, в еврозоне, евросоюзе, то вы в целом вообще не платите за кросс-конвертацию, потому что ее нет. А так, если вы, допустим, в Объединенных Арабских Эмиратах, здесь национальная валюта, дирхам, а не официально доллар, но официально дирхам, и все платежи в дирхам производятся, а в России, допустим, все платежи производятся в рублях, то что вы делаете? Вы прикладываете карту, происходит кросс-конвертация, комиссия там примерно 1.5%, и вы, оплачивая евро, конвертируете все это в дирхамы, и спокойненько все покупаете то, что вам нужно. Это очень удобная штука. Итого, какие комиссии на сегодняшний день и час?
0,25 евро. Это в целом за транзакцию, да, за прикладывание к терминалу. И, значит, 1.5% это у нас за кросс-конвертацию. Все. Но с точки зрения как раз именно криптовалютной составляющей, с точки зрения обналого, посмотрите, тут даже есть такие гольф-кары, с точки зрения крипто такого, да, составляющей и внедрения криптовалюты в повседневную жизнь, я считаю, что криптокарта Тузумун действительно показала свою состоятельность. И если у вас, допустим, оборот до 5000 евро, вам нужно на жизнь, там, допустим, до 5 или ровно 5000 евро, вы сможете как раз по карте такие платежи делать. Если же у вас запросы больше, вы можете заказать до 5 криптовалютных карт Тузумун ТТМ банка, и у вас уже будет лимит, на одного человека я имею в виду, у вас будет лимит 25 тысяч евро на одного человека. Это очень удобно. Почему я сейчас в маске, вот выгляжу я сейчас вот так вот? Все просто, потому что здесь очень строгие ковидные ограничения. Международный аэропорт Дубай, не хочу попадать на какие-то штрафы. Мне это не интересно, я не хочу. Вот, поэтому давайте посмотрим просто на меня, что я вот в черной маске, такой вот красавец, хожу здесь. Вот, касаемо в целом, да, рынка криптовалют, тоже могу кое-что вам рассказать. Ситуация сейчас опять-таки такая полусредняя, полунапряженная. Никто не знает, в какие проекты заходить, никто не знает, в какие проекты, ну, там, вообще не рассматривать. Я считаю, что нужно просто накапливать криптовалюту. Вот, допустим, мы тут пробовали какое-то определенное количество времени в Дубае. Я использовал ту же самую криптокарту Тузумун, вообще нала у меня не было. Там все по путевке и все, что вот я оплачивал ТТМ банком. Другого мне, в принципе, не надо было. Мне для жизни, на самом деле, много не надо. Я очень скромный человек, но я нашел для себя очень хороший способ обнала. И обнал — это как раз криптокарта, да? Ну, на самом деле, ее так не называют. Ее называют не криптокарта, а цифровая карта ТТМ банка. Она эстонская, не российская. Вот, и ей можно так вот оплачивать товары и услуги. Не могу назвать все, что я сейчас вам говорю, рекламой, потому что это не соответствует действительности. Это соответствует определенному уровню респектности, да? Это не реклама, это чистый респект. Если упоминаю какие-то бренды, это вот, ну, чисто такое вот мое субъективное мнение касаемо того, что можно использовать, допустим, да, что использовать нельзя. Поэтому всем, да, как говорится, большой пламенный привет. Холдите криптовалюту, потому что это здорово. Если у вас будет много криптовалюты, это будет хорошо. Но нужно использовать хорошую базовую криптовалюту. Кстати, смотрите, хотел вам кое-что показать. Что такое, значит, антиковидные ограничения по-дубайски. Вот здесь обычные места, да? Вот, вот это обычные места. А вот здесь какие-то VIP-места. Опа! Здесь у нас вот такая вот классная тема. Прям вообще мне очень нравится. И это очень безопасно. Безопасно для всех. И в первую очередь для нас самих. Я не знаю вообще, сколько продлятся вот эти ковидные ограничения. Будет ли этот штамп там распространяться, индийский или английский. Их столько всего, я просто вообще не понимаю, что происходит. Но в целом нужно заботиться о своей безопасности самостоятельно. Вот. И, наверное, наличные деньги вообще лучше не использовать. Лучше использовать криптовалюту, да, если вы можете что-то обменивать на крипту, да, товары или услуги. Или использовать цифровую криптокарту, ну, например, ТТМ банка. Вот это мое сугубо личное такое субъективное мнение. Конечно же, если вы хотите завести себе криптовалютную карту Тузумун, ссылочка на нее будет в описании. Пожалуйста, спокойно заходим, заказываем себе, используем. А я за это ничего не получаю. Знаете почему? Потому что ревки тут нету, да? Здесь есть просто карта и есть просто желание приобщить людей по максимуму в криптовалютную сферу. Если вас будет еще больше людей в криптовалютной сфере, это будет выгодно всем, в том числе и мне. Это моя мотивация. Чтобы вы зарабатывали на крипте, чтобы вам было лучше, чтобы вы кайфовали от себя, от своей жизни, и чтобы каждый из вас был более счастливым человеком. Поэтому накапливаем крипту, используем ее в повседневной жизни, радуемся, радуем свои семьи. Вот, ничего не боимся. Можете посмотреть мой предыдущий обзор касаемо ТТМ банка, как можно ее заказать, как можно зарегистрироваться, сколько она стоит и так далее, и так далее. Думаю, что вам это будет очень даже полезно. Всем максимальных возможностей при минимальных рисках. Рекомендую ознакомиться с моим инвест-портфелем, потому что у меня довольно-таки много проектов, которые я прокачиваю, в которых я двигаюсь как активный, как пассивный инвестор. Думаю, что вам это тоже может быть интересно. И когда вы будете на этих проектах зарабатывать деньги, вы можете
кидать часть своей криптовалюты, вот эти 5 криптовалют, которые я называл в начале видео, на криптокарту Тузмун, и далее уже в повседневной жизни расплачиваться и кайфовать. Ну что же, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Пожалуйста, поставьте вот здесь, или здесь, или здесь, или здесь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И, пожалуйста, напишите мне в комментариях, как вы делаете обнал крипты, где вы это делаете, есть ли у вас криптокарта, какая у вас криптокарта, значит, если у вас конкретно криптокарта ТТМ банка, вот, если ее еще нет, конечно же, можете воспользоваться моей ссылочкой, никаких проблем в этом нет. И давайте с вами поработаем, сделаем что-то красивое, приобщим людей к криптовалютной сфере, потому что, ну блин, а где еще зарабатывать? Можно заниматься чем угодно, но сейчас самый быстро растущий сектор — это именно криптокарренси и криптокарренси эксченж. Значит, нужно качать то, что качается, и кайфовать от того, что делается. Вам добра. Так, вот эти вот котлы 6 лямов, да? Ну да, примерно. Угу. Ну-ка, давай. Бэкстейдж, да. Ну хорошо, вот мотивация. В следующий раз взять вместо квартиры котлы. Да? Квартиру. Да. Ну, студию какую-нибудь, да. Не, хорошее место, хорошее, колоритное. Вот, думаю, и для женщины можно будет подобрать интересные темы. А теперь перед посадкой на рейс, перед посадкой на этот замечательный борт Emirates. Опа! Опа, доказательства. Все работает, все четко. Всего лишь на 36 дирхам. 36 умножаем на 20 рублей, сами получаем определенное значение. Конечно, этот Макдак явно не такой, как в Сочи, или не такой, как там, допустим, в Москве. Но криптокарта, она работает. Вообще все четко. Объединенные Арабские Эмираты созданы для того, чтобы расплачиваться криптой. Кстати, чуть не забыл, если вы хотите обменять крипту через гаранта, через меня, никаких проблем нет. Есть покупатель, есть продавец криптовалюты. Я, допустим, фиата не касаюсь, обычных денег ни в коем случае. Мне переводят крипту, и после того, как покупатель крипты оплачивает продавцу крипты, переводит денежные средства любой валюты, то только тогда я уже покупателю криптовалюты отправляю криптовалюту за удержание маленькой комиссии гаранта, за то, что я обеспечиваю безопасность этой сделки. Вот так вот это все работает. Все подробности в личку. Могу быть гарантом, и вы будете уверены, что никто никого не обманет. Большой, однако, самолетик, очень большой. Прям ух какой. А там наверху у нас некое подобие бизнес-класса или что там, вообще не понимаю. Но выглядит, конечно, красиво, очень красиво. Смотрите, опа. Мэмори. А, бизнес-класс? Бизнес-класс, ресторан? Yes. А, окей. Да, неплохо. Покажем топовых ребят, топовые ребята. Передаем привет. Ну все, Москва, Казань, встречай. Наконец-то камера нормально работает, бац. Тут уже ничего не видно. Пустыня. О, сейчас будет море. Точнее, Персидский залив. Ну и на носу уже все, небо. Вообще хорошо. Прям как будто ракета летит, которая хочет достичь своей цели максимально быстро. Ну-ка. Из Москвы в Дубай что-то было не очень с питанием, но из Дубая в Москву встречают как родного. Вот это топ. Круче, чем фотошоп, особенно курятина. Ну что, почти дома. Очень приятно ездить на Аэроэкспрессе, потому что можно поработать там 40 с чем-то минут. Вообще шикарно. И даже не укачивает. Скоро я все резюмирую, сообщу. Готовьтесь. Готовьтесь к жаре.
Все-таки Дубай – город возможностей, криптовозможностей. Дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики, если вы хотите обучиться крипте с нуля, то я рекомендую вам прийти на мой авторский курс «Крипта с нуля» с Русланом Захаркиным. Всего лишь 10 тем, 3 дня, от 2 до 3 часов в день, и вы будете знать, что такое крипта, как на ней зарабатывать, что такое криптокошельки, какие они бывают, куда можно инвестировать, от чего лучше убегать, как это сделать максимально эффективно, используя минимальные ресурсы. Всего лишь 3 дня, и вы узнаете, что такое цифровая экономика и как на это можно делать деньги. А нам самое главное – сохранять и приумножать определенные активы. Долой пирамиды, долой всякие разные скам-проекты. Сначала изучаем теорию, потом практикуемся, и только после этого нам нужно куда-либо инвестировать или не инвестировать. Самое главное – холодный расчет, грамотный наставник и знания, которые перерастут в деньги. Вам добра! Вот это сейчас офигенное спасение. Боже, плюс 50. Вода, наверное, плюс 35. Ох. Да. Дубай летом. Это жесткая история, но весьма интересная. Уважаемые коллеги, партнеры, ну вот видео подходит к концу. Я считаю, что поездка удалась. Если кому-то понравился этот мой travel бизнес-блог, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И, конечно же, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу отдыха в Дубае, что вы думаете по поводу крипто-сетевого бизнеса, как вам компания Affluence Network, кто готов в ней двигаться, что думаете, какие плюсы, какие минусы заметили и так далее, и так далее. Мне действительно это очень интересно узнать. Дальше, очень важный момент. Если кто-то хочет тоже полететь в Дубай, причем в Дубай за счет компании, у вас есть определенный промоушен. И выполнив одно из трех условий, которые я сейчас назову, вы можете туда попасть. Первое условие. 25 тысяч долларов оборота до 31 июля 2021 года в первой линии вы едете в Дубай бесплатно. Либо 50 тысяч долларов оборота в первых двух линиях до 31 июля 2021 года и вы едете в Дубай бесплатно. Либо 200 тысяч долларов общий оборот во всех линиях, и вы едете в Дубай бесплатно. Я рекомендую вам присмотреться, я рекомендую вам посмотреть Дубай, и если компания дает такую возможность, и возможность за ваши труды, то почему бы и нет? Разумеется, все решаете только вы. Риски есть, возможности есть, гарантий, как обычно, нет. Ну, в нашей жизни, в принципе, нет гарантий, так что не надо думать, что вот там, как же так, а почему, а зачем? Так построен мир, так построена жизнь, так построен криптобизнес. Потому что вот на днях буквально недавно какой-то кошелек 7 или 8 лет, а то и 9 лет лежал без внимания, а потом бац, там стоимость биткоинов, которая там составляла несколько тысяч долларов, которые на нем лежали, сейчас миллионы долларов стоят. Вот человек решил на какие-то биржи завести и просто потом все это продать. Вот так вот, кто-то подождал и хорошо заработал. Здесь тоже можно, в принципе, подождать и хорошо заработать. Но в данном случае ждать не рекомендуется. Рекомендуется двигаться как активно, так и пассивно. В случае, если вы уже приняли четко взвешенное решение, здесь двигаться. Ссылочки, конечно же, будут в описании. И от себя добавлю, бизнес бизнесом, нетворкинг нетворкингом, да, а люди людьми, потому что я ехал в первую очередь познакомиться с людьми, познакомиться, да, с Объединенными Арабскими Эмиратами во второй раз, да, с Дубаем, к сожалению, Абу-Даби был закрыт, но зато я познакомился не только с теми, кто приехал из России, да, но и из Узбекистана, из Украины, в том числе я познакомился наконец-то с человеком, с которым давно общался в Дубае, дядя Сережа, привет тебе. В общем, было действительно интересно. Я считаю, что даже в пандемию, соблюдая определенные ковидные ограничения, можно неплохо ездить по миру, можно неплохо путешествовать, неплохо проводить нетворкинги, бизнес-встречи, в том числе в других странах. Не надо бояться, потому что у нас в России, в Крым или, допустим, в Краснодарский край, бывает даже дороже и проблематичнее съездить, потому что там и вакцина нужна, и еще какая-то фигня. А здесь, пожалуйста, сделал ПЦР-тест и полетел спокойненько. Самое главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали. Будете себя хорошо чувствовать, будете в Дубае. Вот такие вот дела. Все максимальных возможностей при минимальных рисках. И, конечно же, кто хочет в Дубай за счет компании, условия, я сказал, 3 минуты назад. Перемотайте, послушайте еще раз, и вполне возможно нам будет о чем поговорить. Также хотел бы поблагодарить Corona Travel. Вы действительно молодцы.
сделать такую движуху и, в принципе, делать движухи по всему миру, это действительно огромное благо. Благо, за которое я понимаю, что нужно платить. Так что ваш отдых мне еще пригодится где-нибудь на Мальдивах. Что касается ребят и девчат, с кем я познакомился из Татарстана, я вам желаю максимальных чеков, реально максимальных чеков. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Я считаю, что мы обязательно повторим, обязательно подвижнячим, но чуть попозже. Сначала поработаем, а потехи час.